2014 год для предприятия «Латвия Сделстейдж» был очень успешным как в плане развития, так и в сфере грузоперевозок. Перевезено было в общей сложности более 57 миллионов тонн грузов. Это позволило предприятию сохранить за собой место балтийского лидера данной сферы. Президент «Латвия Сделстейдж» Удис Магунис подтвердил, что прошлый год предприятие провело стабильно и финансово успешно. В целом, прошлый год был очень хорошим. Он не был рекордным, но мы как свою основную работу все-таки считаем перевезенные тонны груза. И по нашим рельсам было перевезено более чем 57 миллионов тонн груза. Это где-то на 2,2% больше, чем в 2013 году. Так что работали очень интенсивно. Позитивно работу «Латвия Сделстейдж» оценила и представитель Министерства сообщения Джинета Инуса. Этот год немножко другой в связи с экономическими процессами, в связи с кризисом и санкциями, которые принял Евросоюз. Но даже в этих довольно сложных экономических обстоятельствах «Сделстейдж» работал с добытком. И это самое главное, что «Сделстейдж» работает стабильно, и у наша железная дорога, как инфраструктура, постоянно эксплуатируется. Оборот предприятия в прошлом году достиг 224 миллионов 900 тысяч евро, что на 6 миллионов 900 тысяч евро больше, чем в 2013 году. Благодаря таким результатам «Латвия Сделстейдж» также стал одним из крупнейших работодателей. В 2014 году предприятие обеспечило рабочими местами более 12 тысяч человек. Магонис отметил, что в прошлом году предприятие «Латвия Сделстейдж» завершило много проектов, в том числе и связанных с модернизацией. Также очень много завершали проектов модернизации инфраструктуры, которые были в основном за европейские деньги финансированы. Мы инвестировали вместе с европейскими деньгами, вместе с финансированием из государственного бюджета более 160 миллионов евро. Самыми крупными, по словам Магуниса, в прошлом году стали проекты строительства второго пути на перегоне Скривери-Крустпилс. Он увеличил провозную способность «Латвия Сделстейдж» в два раза. Также крупным проектом в прошлом году была модернизация Щиротовской сортировочной станции. Сейчас у нас есть двухпутка по всей длине от Крустпилса до Риги, которая нам улучшает провозную способность чуть не в два раза. И Рижский порт тоже развивается, и там грузов становится все больше и больше, и у нас там уже не было такой пропускной способности. И эта проблема сейчас она решена этим проектом. Кроме вышеперечисленных проектов, «Латвия Сделстейдж» реализует также и множество других, не менее важных. К примеру, предприятие занимается развитием левого берега Даугавы, модернизацией станции «Болдерая-1» и строительством второй болдерайской станции с путями, ведущими к терминалам на Русский остров. В плане развития пассажирской инфраструктуры «Латвия Сделстейдж» планирует модернизировать и обустроить перроны на 16 станциях в Елгаве и Юрмале.